Франции моя родина, вторая. Я учу, я работал во Франции много лет, почти 10 лет. Владивосток, Чтер, Иркутск, как они медицинские очень. Я тоже знакомый, друзья, Стас, Криша, Русля. Я говорю по-русски, понимаете? Да. Русский язык не моя театра, у меня память сын. А это камень на добра. Как опарные яйца тупо змеи. У нас кидает самая яна змея, эта порода называется королес кобра. Добрая яна змея. Самая яна змея у нас кидает королес кобра. Почти так называется, как король королева. У нее 4 порошек яна дуб. А там есть 2 порошек яна дуб. Ну, вы понимаете, у нас кидает самый главный в России тайга леса медведь ес. Маме и сыне цемина желчь, как у вас медведь желчь. Очень полезная вещь. И еще по-китайски, что, кто понимает, что обозначает ниньян, кто слышит, да? Мужское начало, женское начало, мужчина, женщина. Такая форма, круг, рыбер, черный, пополам. Это тотем, сима, вал, китайская медицина. Давай на левице месяц третье. Первая порода, ниньян, змея, и то, куда? Вторая, очко кобра. Третье получилось. Да, не точно. Естественно, на хавчиках готовят. Сам будешь гачковать, если тебя будет. О, и тонечко. Ребята, все. Шоу начинается. Это наше мёд. Здесь нельзя снимать, фотографировать. Понял.